Блогер Лота Лайф сообщает о необычной акции в Самаре, проводимой волонтерской группой «Старость в радость». Автор пишет: «У нас в наличии имеются 24 единицы неунывающих, но одиноких дедулей и старушек, чьим домом уже долгое время являются несколько палат горбольницы номер 3 на Хлебной площади. На носу святой праздник Светлая Пасха. В связи с этим, дорогие друзья, прошу вас поучаствовать в увеселительной акции «Угости старичка куличиком и яичком». Для участия нужно всего ничего: упаковать в пакетик один пасхальный куличик, одно красивое яичко и передать завтра волонтерам по этому адресу. Призом в акции, резюмирует Лота Лайф, является благодать, которая поселится в вашем сердце при осознании содеянного. А также кубометры благодарственных мыслей, посланные в космос в ваш адрес счастливыми дедулями и старушками. Блогер Крайненко предложил поставить в Самаре памятник честному депутату. К сожалению, пишет автор, в обществе сложился стереотип, что депутаты одни из самых нечестных людей. Как сядут в кресло, так и все, о народе и думать забывают. Но на самом деле это не так. Точнее, не все народные избранники заслужили носить общественный ярлык лжецов, воров, жуликов и бездельников. Среди них есть достаточное количество ответственных и достойных людей. Поэтому считаю нужным популяризировать тех, кто отдается своей работе согласно предвыборным обещаниям. Конечно, это неплохая идея, поддержали авторы читатели. Однако хотелось бы, чтобы подобных памятников вообще не возникало. Но, к сожалению, в нынешних условиях это уже идеализм.